Девушка, я ищу выход. Прямо? Да нет, вы не поняли. Я ищу выход из сложившейся ситуации. Я очень хочу с вами познакомиться, но не знаю как. Тебя как зовут, парень? Николай. Можно просто Коля. Сегодня не твой день, Коля. Была в Одессу банда из Амура. В банде были урки, шулера. Банда занималась темными делами, и за ней следила губчика. Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости, любимого. Речь держала баба, звали ее Мурка. Хитрая и смелая была. Даже злые урки и те боялись Мурку. Воровскую жизнь она вела. Вот пошли провалы, начались облавы. Много стало наших попадать. Как узнать скорее, кто же стал шалявой, чтобы за измену покарать? Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости, любимого. Кто чего узнает, кто чего услышит, нам тогда не следует зевать. Нож пускай подшпилит, пистолет поставит возле жат. Как-то шли на дело, выпить захотелось. Мы зашли в шикарный ресторан. Там сидела Мурка в кожаной тужурке, а из-под полы торчал наган. Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости, любимого. Слушай, в чем же дело, что ж ты не имела? Разве ж я тебя не одевал? Кольца и браслеты, юбки и жакеты, разве ж я тебе не добывал? Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая. Здравствуй, моя Мурка, и прощай. А ты зашухарила всю нашу малину, и за это пулю получай. Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости, любимого. Ой, Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости, любимого. Прости.